вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Гнатенко. Глядіться у гэтым выпуску. Задай пытанне прэзідэнту. Вялікая размова з кіраўніком дзяржавы запланавана на 1 сакавіка. Акцыя «Адзіны дзень бяспекі» працягваецца. Маштабную вратавальную аперацыю сёння разгарнулі ў Рагачове. Заслужаная перамога. Гомельская абласная натарыяльная палата заняла 1 месца ў рэспубліканскім галіновым конкурсе. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Александр Лукашенко 1 сакавіка сустрэнецца з прадстаўнікамі грамадскасці і экспертнай супольнасці беларускіх і замежных СМІ. Вялікая размова з прэзідэнтам пройдзе ў адміністрацыйным комплексе на праспекце Пераможцаў. Плануецца, што колькасць удзельнікаў мерапрыемства складзе больш як 200 чалавек. У іх ліку не толькі журналісты, але і прадстаўнікі розных сфер – палітолагі, эканамісты, работнікі рэальнага сектара эканомікі, грамадскія арганізацыі і канфесіі. Такі адкрыты дыялог кіраўніка дзяржавы з грамадскасцю ўпершыню прайшоў у лютым 2017 года і меў вялікі грамадскі рэзананс. Тады сустрэча доўжылася больш як 7 гадзін. І ў тым ліку прагучалі адказы па тэматыцы пытанняў, дасланых чытачамі беларускага тэлеграфнага агенства. Сёлета Белта зноў прапануе задаць пытанне прэзідэнту. Накіраваць яго можна кругласутачна на электронную пошту «Вапрос сабака Белта Бівай» 27 і 28 лютага. Працягваем выпуск. Делегацыя дзелавых колаў Індыі наведала Гомель. У праграме візіту абмеркаванне перспектыў супрацоўніцтва ў такіх сферах, як IT-тэхналогіі, будаўніцтва, адукацыя і медыцына. За мінулы год знешні гандлёвы абарот Гомельскай вобласці з Індыі склаў 5 300 000 долараў. Такім чынам, удзельная вага гэтай рэспублікі усяго 0,05% ад агульнага абароту рэгіёна. Разам з тым, у апошнія гады ва ўзаемным супрацоўніцтве адзначаны станоўчыя тэндэнцыі. Так, у 2017-м зарэгістравана сумеснае прадпрыемства «Гомсельмаш Індыя». Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» праводзіць перамовы аб аказанні паслугу ў галіне сейсмаразведкі і прапрацоўвае магчымасці адкрыцця ў Індыі свайго прадстаўніцтва. У мэтах актывізацыі супрацоўніцтва ў студзені гэтага года дэлегацыя Гомельскай вобласці прыняла ўдзел у саміце, які прайшоў у горадзе Мумбай. Сучасны візіт дзелавых колаў Індыі закліканы паспрыяць пашырэнню двухбаковых сувязяў і развіццю экспарту паслуг. Ставе делегации находится компания, которая называется SRM Technologies, и эта компания является владельцем крупнейшего частного университета в Индии. В этом университете представлены различные образовательные направления, такие как, например, техническая инженерия, юриспруденция, сельское хозяйство. На данном этапе следует начать сотрудничество с программ обмена и подписания соглашений. У Беларуси протягивается проведение одиных дзён бяспекі. Сёння ў рамках акцыі прайшла праверка гатоўнасці фарміраванняў грамадзянскай абароны і падраздзяленняў МНС да ліквідацыі надзвычайнай сітуацыі на Рагачоўскім малочна-кансервавым камбінаце. Згодна з легендай, неабходна было выратаваць людзей пасля уцечкі аміяку. За ходам вучэнняў назіраў Алег Сенцероў. З аміяком на Рагачоўскім малочна-кансервавым камбінаце працуюць з 1977 года, калі тут было ўстаноўлена халадзільнае абсталяванне. З таго часу на прадпрыемстве не было ні адзінага выпадку, калі б гэтае небяспечнае рэчыва трапіла ў паветра, што між тым не выключае неабходнасці быць у пастаяннай гатоўнасці да ліквідацыі магчымых надзвычайных сітуацый. Аб магчымых наступствах рэальнай аварыі можна меркаваць усяго па адной лічбе. Зараз на Рагачоўскім малочна-кансервавым камбінаце знаходзіцца 7,5 тонн аміяку, калі ў паветра трапіць хаця б невялікая яго частка, проблемы узнікнуць вельмі значныя. Для таго, каб выключыць нават мінімальную верагоднасць такой сітуацыі, на прадпрыемстве правялі мадэрнізацыю і ўстанавілі самую сучасную сістэму кантролю і апавяшчэння. То есть это или задымление, или выброс аммиака, срабатывают датчики, поступает сигнал сразу же на МЧС города Рогачева и города Гомеля, и подача аммиака автоматически прекращается, срабатывают датчики, отключается электроэнергия, и пошла ликвидация
очага. Под час учений проверяются здольности усіх формирований, которые должны быть задействованы при ликвидации аварии, от створенных на предприятии подразделений громадянской обороны до экипажа районного отдела Министерства по надзвичайних ситуациях. Згодно с легендой учений, на этот раз у выніку утечки аммияку потерпели 3 человека, хоть на самой справе вартовальники должны быть готовыми до эвакуации усіх 1300 працующих. У речи это и есть главная задача проведения одних дней безопасности, проверить готовность усіх служб до выполнения ими задачи номер один – вартование людей. На этот раз значных заваг не выказывает никто. Деятельность усіх служб по час учения в целом оценивается становчим. Работниками предприятия был наложен бандаж и осуществлена перекачка аммиака в соседний ресивер. Служба 103, скорая медицинская помощь, эвакуировала пострадавших в городскую больницу и оказала им медицинскую помощь. Службы энергоснабжения объекта прекратили подачу напряжения на данный объект. Служба МИГАИ, перекрыла подъездные пути к данному предприятию. Все службы показали профессиональное взаимодействие и выучку. Задачи были выполнены. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачова. Гомельская областная нотариальная палата заняла первое место у республиканском галиновом конкурсе. Спаборництво проходит у третий раз. У попередние годы перемогу святкавали Минская и Брестская в области. На гэты раз долгочаканная гоноровая перемога у нашего региона. Врачистая церемония узнагороджування пройдет у Минску 8 красовика. Подчас агульного сходу нотариуса у Беларуси. Вчера состоялось в городе Минске заседание правления Белорусской нотариальной палаты и подводились итоги 3 конкурсов, которые у нас проводятся в республике на лучшего нотариуса, лучшую нотариальную контору и бюро и лучшую территориальную нотариальную палату. Вот по итогам решения правления, по голосованию, наша палата, Гомельская областная нотариальная палата, получила первое место. И мы очень рады этому моменту. Это все-таки итог 5-летней работы нотариата в новых условиях. И хорошо, что Гомельская область идет одной из первых. Пока же идет подрихтовка до подведения выников 5-годовой работы областной нотариальной палаты. На 4 соковика запланировано проведение поширенного совета нотариусов Гомельской нотариальной округи. Зараз у регионе працует 127 нотариусов. Их послугами штогод користаются каля полмиллиона человек. Вековый юбилей отзначил отдел внутренних справ Кармянского райвыконкама. Со знаменальной датой супрацовников повиншовали начальник управления внутренних справ Гомельского облвыконкама Александр Васильев, представники местной улады, силовых структур, организации и предприемства района. Отправной кропкой створения Кармянской милиции лечится первое письмовое упоминание. У 1919 году волосную милицию узначальвал капитан Иван Ильющенко. 25 лютого при подавлении эсеровского бунту начальник загинул разом со своими коллегами, керовником надзвичайной комиссии Иваном Абатуровым и милиционером Федором Давыденком. У их гонор усталяваны помник, их имены носят в улице городского поселка Карма. Вековый юбилей Кармянская милиция сустрела с достойными выниками оперативно-службовой деятельности, боездольной и готовой на належном узровне забеспечивать правопорядок и стоять на обороне законных интересов громадян. Коллектив Кармянского РУД на сегодняшний день – это боевое сплоченное звено. Значит, есть ряд опытных сотрудников, а также тех сотрудников, которым большой период времени проработали как на административном участке, так и в криминальной милиции. Также у нас есть ветераны органов внутренних дел. Практически всю свою сознательную жизнь поработали в нашем райотделе. В этот знаменательный день хотелось бы пожелать сотрудникам действующим, а также ветеранам здоровья, благополучия, действующим сотрудникам карьерного роста. Всех благ. Керовник областного милицейского ведомства Александр Васильев уручил лепшим супрацовникам отдела нагрудные знаки, медали, грамоты и подяки. Урочистости завершились великим святочным концертом. Означим, что гэты год для милиции региона юбилейный. У красовику будет означаться 100-годие створения управления внутренних справ Гомельского облвыконкама. Привитание свет. Больше как 700 талиновитых хлопчиков и девчонок собрались сегодня у громадско-культурном центре на областный этап 5-го республиканского огляду конкурсу дитячей творчести. Право удела у творчем споборництве отримали одоранные дети с 15 районов Гомельской области. Об эмоциях тех, кто выступил перед профессийным жюри, и тех, кто еще чекал своего выхода на сцену. Сюжет Марины Джалай.
Узорный оркестр с 67-й гомельской школы отримал гоноровое право открывать конкурсную программу. Дети и их наставники кажут, было вельми хвалюча. У это не только великий гонор, але и велизная отказность. Задачи музыканты справились у прямом сенсе виртуозно. Очень волнительно. Несмотря на то, что наши ребята участвуют во всех международных конкурсах, в которых можно участвовать, и везде занимали или гран-при, или первые места. Но сегодня вот такой обширный, объемный конкурс. И для нас это было престижно и еще раз волнительно. Это здорово, когда мы принимаем участие и чувствуем уровень вот этих ребят, которые с нами вместе играют на этой площадке. Узорный ансамбль танца «Миловица» приехал с Будокошалевского района. У коллективе 50 удельников во возрасте от 6 до 18 годов. Перед выходом на сцену – опошняя репетиция. Дети и их керавник настроены на перемогу, але все равно вельми хвалюются. Миновито тому ни одного моменту не тратить дарма. Рыхтуются. Сегодня мы прошли на республиканский конкурс. На детки будут танцевать в трех возрастных категориях. Надеюсь на победу. Ждем победы. Очень-очень переживаем за это, готовились очень долго. И так как наш коллектив участвует в инновационном проекте использования интерактивных методов обучения как средство формирования коммуникативных компетенций, и сегодняшнее мероприятие способствует этому, чтобы дети умели общаться не только в своем коллективе, но и, с другими коллективами. А на сцене тем часом соправдная краина дитячей творчести. Спектакль сплетен из ярких самобытных нумаров, продуманных до самых дробных деталей. На сцене декорации, а на велизном экране маляуничие полотны. И все это переносит глядачу у счастливый свет дитинства, лучшая до истории фольклору нашего краю, до его традиций и обрадов. Шаровные дитячие голосы, виртуозная игра на музычных инструментах, энергия, накированная у глядацкую залу, разумеешь, что каждый из юных выканавцев достойны пера. Я отвечаю за вокальный жанр и то, что ребята в последнее время очень сильно выросли в вокальном плане. Об этом говорят все конкурсы и «Голос», и «Экс-фактор», и «Краина моя таланты», там, где белорусские ребята приезжают и доходят до финала и побеждают. Конкурс «Привитание свет» проводится раз у два года. Переможцев вызначают у шести номинациях. У их лику хореографичная творчесть, театр моды, инструментальная музыка. Лепшие праз месяц примуть удел у гала-концерте у Минску. Марина Джалая, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомелю з любоўю. Персональная выстава скульптора Дмитрия Попова открылася у Палацы культуры чыгуначнікаў. У мінулым годзе Дмитрий Попов адзначыў сваё 80-годдзе. Прызнаны майстр псіхалагічнага і гістарычнага партрэтаў, ён працуе ва ўсіх відах скульптуры. А дробныя пластыкі да манументальных твораў, якія ўпрыгожваюць многія гарады. Манументальныя работы, скульптурныя кампазіцыі і мемарыяльныя дошкі размешчаны на вуліцах Мінска і Москвы, а так само Гомеля, Чачерска, Будокошалёва и Добруша. Скульптор створил памятный знак на месте былого лагера ДУЛАГ-121 у Гомелі и мемориалу Азарычах. Экспозицию у Палацы культуры чыгуначнікаў можно поделить на несколько блоков. Так, серия работ присвечена чарнобыльской тематике. Особным блоком представлены портреты вядомых людей, например, бюст мастака Гаурыла Вашченкі. В образы жанчын можно убачить у таких творах, как «Паўднёвы ветер» и «Элегія». По часу рачыстага открытия выставы майстер передал удар Палацу культуры чыгуначнікаў 22 свои работы. Работаю за очень долгий срок, можно сказать, в течение всей моей жизни собирались работы. Ну что такое работа в музее куплена? Постоит потом в запаснике и пылится годами, пока опять где-то не поднимут. А здесь люди ходят, видят. Я сейчас, конечно, уже гораздо меньше работаю, приходится беречься. Тяжелые работы не беру, но вот работаю, у меня много незаконченных работ, я над ними и тружусь. Осень увидите еще новые в этом зале, надеюсь. Экспозицию дополнили фотоподборка мемориальных дошек авторства Дмитрия Попова и подрихтованные им медали. Письменник и драматург Василь Ткачоў презентовал у Гомелі две новые книги «Стежки, дорожки» и «Життёвінкі». Выданні представили читачам у литературно-мастацким салоне «Сустрэчы на Замковой» при Центральной городской библиотеке имя Герцена. Книгу «Стежки, дорожки» Василь Ткачоў называет летописом литературного життя Гомельщины. У ёй можно знайсці артикулы автора, рецензии, интервью, с якими он выступал у газетах и часописах на протягу больше, як 40-годовой письменницы
творческой деятельности. Сборник отзначен литературной премией имя Кирилла Туровского у 2018 году. У другой книги под названием «Житё Венки» Василь Ткачёв собрал 110 коротких оповедов. Сам автор называет их историками. Кожная змещается на одной сторонце. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. Плённага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. За проводкой надо смотреть, а электроприборы использовать по назначению. Нарушение правил эксплуатации едва не привело к гибели мужчину из деревни Грабовка Гомельского района. Пожар в его доме случился накануне вечером. К моменту приезда спасателей хозяин находился на улице, но через несколько минут он почувствовал себя плохо. Потребовалась помощь медиков. Пострадавшего госпитализировали, а спасатели потушили горящую кровлю дома. Не так страшен лось в лесу, как на дороге. На белорусско-российской границе легковушка сбила Сахатова. Животное перебегало трассу и попало под колеса автомобиля Toyota Camry, в котором находились мужчина и женщина. Те чудом не пострадали, но лось погиб на месте. Столкновение с этим животным чаще всего оборачивается трагедией для автомобилистов, поэтому ГАИ рекомендует снижать скорость там, где установлены предупреждающие знаки. И в завершении выпуска кража солярки. Практически каждую неделю кладовщики и аграрии попадаются на хищении дизельного топлива. Дежурство на дорогах ведет ГАИ. На этот раз удача улыбнулась патрульным в Речицком районе. Водитель автомобиля Volkswagen Venta перевозил в багажнике почти 400 литров солярки. Документов на груз у него не нашлось. Идет разбирательство. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Павел Михно. Гомельский «Локомотив» продолжает укреплять свои ряды перед стартом нового сезона в чемпионате Беларуси по футболу в первой лиге. Железнодорожники подписали очередного новичка – Евгения Калинина. Он начинал карьеру в дубле борисовского «Батэ». В сезоне 2012-2013 года полузащитник вошел в заявку «Желто-синих» на участие в групповом турнире Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы. Футболист также выступал за Слуцк, Сморгонь, Витебск, Новополоцкий «Нафтан», Слоним 2017 и Оршу. Последним клубом 25-летнего хавбека стал Могилевский «Днепр». Напомню, ранее в стан «Локомотива» вернулись Дмитрий Вашкель, Максим Санец, Андрей Соловей, Андрей Кухаренок, Алексей Савко и Владимир Старостин. В очередном поединке женского чемпионата Беларуси по баскетболу столичный «РГОР» одержал верх над командой «Гомель-Сош». Минчанки уступили первую четверть, но затем взяли игру под свой контроль и завершили встречу со счетом 78-51. Напомню, двумя днями ранее РГОР проиграл брестской ЦОР Виктории 83-62. А гомельские рыси уступили минской дружине «Горизонт Дворцов» 66-60. В гродненском дерби «Олимпия» оказалась сильнее Виктории 102-73. Гомельчанка Софья Каменева стала лауреатом фестиваля баскетбольного мастерства «Шаг в будущее». Финал первого юношеского фестиваля прошел в Минске перед матчем мужских сборных Беларуси и Швеции. За награды боролись лучшие баскетболисты от каждой области и города Минска. В заключительном раунде гомельчанка обошла Марию Бойко из столицы и Марию Лясковскую из Гродно. Среди юношей лучшим стал Егор Ботвинков из Могилева. Второе место занял Егор Габинович из Гродно. Замкнул тройку призеров минчанин Илья Василевский. Завершились Олимпийские дни молодежи Гомельской области по плаванию. Спортсмены выступали на дистанциях, которые входят в программу Олимпийских игр. За победу боролись 10 команд из регионов области и районов Гомеля. На турнире разыграли 34 комплекта наград. В общекомандном зачете победила команда Центрального района Гомеля. Второе место заняла сборная Жлобина. Бронза досталась команде Светлогорска. За лидерами разместились пловцы из Железнодорожного района Гомеля. Замкнули пятерку лучших спортсмены из Новобелицы. По итогам этого турнира будет сформирована областная команда на республиканские Олимпийские дни молодежи по плаванию. Первый день я плыл 200 комплекс. Это моя одна из основных дистанций. Занял я первое место с неплохим достаточно временем. Во второй день я плыл 200 брас, занял третье место. Время так себе, но есть над чем поработать. Нам немного не хватило сил, наверное, на королевую эстафету.
потому что уже были немножко все уставшие после заплывов, не хватило времени отдохнуть. У нас есть сильные юниорки, такие как Елизавета Коршак, Елизавета Привалова, Кристина Шматкова, Ангелина Малащенко. Я думаю, что эти девочки будут бороться за призовые места на республике. В основном сильнейшие пловцы – это пловцы города Гомеля, в основном. Но также очень сильно представлена команда города Жлобина. Очень сильно представлена команда города Светлогорска, поэтому я думаю, что совместными усилиями команда Гомельской области покажет очень хороший результат на республиканских соревнованиях. Гомель примет турнир «Клинки Полесья». Бороться за звание лучшего будут девушки и юноши 2004 года рождения и моложе. Соревнования пройдут с 1 по 4 марта на базе Центра Олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу. Начало в 11:00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4».